шуточная песенка, которую написал наш товарищ, физик Валерий Миляев. Называется эта песенка «Весеннее танго», что в переводе означает, товарищи, «Весеннее танго». Все очень просто. Припев Татьяна вам споет, а потом мы все вместе будем ей подпевать. Ну, я вам буду немножечко подсказывать. Идет по свету человек-чудак, сам себе печально улыбаясь. В голове его какой-нибудь пустяк, сердцем видно что-нибудь не так. Приходит время, с юга птицы прилетают, снеговые горы тают, и не до сна. Приходит время, люди головы теряют. Перед ленинградской публикой они пели гораздо лучше. Сколько сердце во льду.